наконец-то мы скинули с себя цепи и оковы, и мы теперь свободны и празднуем День независимости. А как мы это делаем, я вам сейчас покажу. Пойдем посмотрим парад. Парад на День независимости. Последний Форд сделан в Америке, да? Вот это? Да, наверное. Последнее Шевроле, сделанное в Америке. Ой, какая тачка! Ух ты! Корвет. Это современно. Ух ты! А это что такое? Это Шелби. Да, это Шелби, наверное. Корвет. А вот корвет. А это Феррари. А что Феррари тут делает? Просто красивая машина. У кого есть деньги. У кого есть деньги, тот едет на Феррари, да? А это что такое вообще? 5-литровая. Что это? Pontiac. О, Pontiac такие машины делает. Pontiac. Это Pontiac. Да, я бы такую хотел. Очень классный. О, ну это Dodge. Challenger. Challenger, да? А это что такое? Pontiac. Это тоже, это Pontiac. Trans-Am, Trans-American. Какой он шикарный, да? Корвет. Вот что такое. Какой цвет шикарный, да? А это что такое? GTO. Это GTO. О! Это вообще, да, просто рассвет. Потрясающий цвет, конечно. Маша, это мы с тобой, когда нам по 80. Да, вот. Это супер тачка. Oh!
Это что такое? Это все корветы новые, да? Да, это все новые корветы. Какие они крутые. Это Бентли. Это Бентли? Это Бентли. Белый салон. Вот это шикарная машина. Супер тачка. Мы уже вообще вышли на дорогу, слушай. Это, наверное, Шелби. Это Мустанг. Мустанг Шелби, да? Камара. Камара. Вот, тоже интересно. Вот эти чудовые. Вот это супер! А это что? Это корвета. Да, какие машины, конечно, делали. Это те машины, которые эмоции вызывают. Это что такое? А что правый руль? Правый руль. Это как на выборы похоже, да? Последние машины, сделанные в Америке. Thunderbolt. 1962 год. Потрясающий дизайн. А это что такое? Удивительная машина. Ух ты, какой цвет голубой. Голубой кабриолет. Вы видите внутри цвет салона? Это вообще какие дизайны были. Да, над каждой машиной трудились. Потрясающе. 70-й год. Интерьер ты видел, да, сына? Шикарные машины. Слушайте, ну вот правда, работали над машинами, да? А вот уже постепенно они становятся более современными. Вот 88-й год. То есть к нам, мимо нас проезжают все более моложе и моложе машины. Салоны еще прекрасные, но... Коммерция уже сказывается. 95-й год. Oh,
rising sun. А это идут ветераны Вьетнама, и все хлопают. Вот посмотрите, как встречают ветеранов. Какая гордость! Because you're getting too close to the parade, I don't know.